Ну вот, для контраста с предыдущим роликом я просто иду на электромоторе, чтобы исключить всякие помехи, турбулентность от самого двигателя. Значит, смотрите, датчики стоят, два датчика Solix. Вот, один налево, с левой стороны от двигателя, второй с правой стороны, через Y-кабель в прибор. И мы идем на электромоторе, который с независимым питанием и не создает, в общем-то, помех. Вот, замечен в этом не был. Вот. И мы с ним идем по тому же маршруту практически. Вот. Ну вот чуть-чуть этот муар какой-то с правой стороны все равно вот он есть. То есть это вот в районе моста, тут высоковольтная линия все-таки для тепловоза, все такое, оно, видать, фонит. И поэтому тут грешить на свой Меркурий я не собираюсь. Вот. Ну, во-первых, тихо. Во-вторых, красиво. Вот. В-третьих, широко. Для такой глубины по 50 метров на меге, ну, ребята, согласитесь, что это как бы на сегодняшний день это вообще фантастика. Вот, что такого можно добиться, учитывая, что, ну, я уже давно занимаюсь структурсканерами. С 2010 года у меня был и HDS-1, с LSS-1, потом LSS-2. До этого понятно, что были HDI и вообще там Hummingbird 565 и все прочее. Вот, ну, есть чем сравнить. Конечно, качество изображения отменное. Единственное, что не хватает такому экрану, который 15-й, это разрешение. Конечно, тут нужно иметь Full HD. Ну, осталось подождать, я думаю, полгодика, и мы его обретем, потому что раньше весны вряд ли мы Hummingbird Apex поимеем для того, чтобы его пощупать. Ну, всякое может быть. А вдруг повезет где-то. И потому что я себе планирую поставить все-таки 16-й экран Full HD. Вот. И в этом смысле он догонит Lawrence Live. Вот. Именно в разрешении. В качестве картинки на боковых лучах. Ну, бесспорно, Solix впереди всех. Есть у меня и Garmin Full HD, но как бы ни были там 54-й, 36-й, 34-й датчик, да, они стали, конечно, на голову выше, чем были раньше 52-е и прочее все. Но никак они не дотягивают ни до чего. Ну что это такое? Вот как хотите, так и думаете, что это такое. Но на рыбу не похоже. Вот. И вообще с рыбой у нас сейчас не важно, потому что очень большая жара. Вот, и много рыбы лежит дохлый на берегу, все бычки, вот, даже маленькие, все умерло, вот, потому что вода стоящая практически, и сейчас я нарвусь на какую-то, оно как мой моторчик пройдет, тут водоросли плывут здоровые пучком. Ну ладно, в общем, структуры больше интересной нет. Да, вот на экране было видно, как под датчиком проплыли всякие водоросли, они начертили тут черные линии. Вот. Ну, в принципе, уже вышел из зоны интересного. Ну, вот так вот и малюем.